Шоков, привет. Можешь помочь мне со стримом пропиарить? Сам-то 12 лет, 2120 элла. Играю на 60 Гц. Собираю на новый монитор. Спасибо, если прочитал. Без буста поднимался. Это сообщение я получил 25 марта 2020 года от Дмитрия Мирош Дмитрия. Сообщение забавное, но кто бы мог подумать, что я запишу отдельный ролик на канал, где я буду с ним играть. А все потому, что он попал в Нави. Дмитрий Демон Мирошниченко. Город Днепр, Украина. Ему 13 лет, у него 3300 элла. Он провел более 2000 матчей с винретом 53% и средним КД 1.31. При этом процент хедшотов составляет 58%. Это самый молодой игрок за всю историю организации Natus Vincere. И сегодня мы познакомимся с этим персонажем поближе, проведя небольшой игровой тест. Насколько же он хорош. Кстати, больше контента с демоном вы можете найти на канале Navi Junior. Ссылку оставлю в описании. Всем привет! Сейчас я вам покажу новую нашу систему, где мы проверим, на что способны игроки. Это наш первый гость. И сегодня мы сыграем 1-1 на Аимке, на карте Аимботс, в Бхопе, на Сюрфе и в Катке на Фэсити. Ты готов, Демон? Да. Тогда можем начинать. Желаю тебе приятной игры. И, понятное дело, через часика 2 мы узнаем, кто из нас лучше. Ну, понятное дело, мистер Демон будет во многом лучше, но моя задача приблизиться к этому чемпиону. Так, Демон, расскажи, пожалуйста, тебе 13 лет. Да, так точно. И ты уже в Нави. Да. Чё, свой не выросла? Да нет. Просто стал увереннее. Стал увереннее. Ты сейчас в третьем классе. Неправда. И как у тебя дела в школе? В школе все хорошо. Ну шок, давай. Не так сильно. Угу. Так, ты сейчас работаешь с Нави. Расскажи, пожалуйста, у многих игроков часто вопрос. Слушайте, ну то, что он в Нави Junior или в Нави Академии, он получает вообще зарплату или нет? ЗП, да, есть, конечно, ЗП. На что ты ее тратишь? Я еще не успел потратить. Наверное, буду копить. И что же ты купишь? Не знаю, я бы хотел бы накопить к 18-летию себе на машину, может быть. Расскажи, пожалуйста, тот момент, когда ты получил письмо от Нави. Дружище, мы тебя приглашаем в наш состав. Как это было? Куда они написали тебе? Хир мне написал в Сим. Заходи в TeamSpeak. Пообщаться надо. Захожу в TeamSpeak. И вижу, там Амиран сидит. И мне кажется, что мы заинтересованы. Мои эмоции — это шок, радость и слезы. Слезы от счастья. Я упал на кровать и просто плакал. Ты хотел Virtus Pro, да? Не-не-не-не. Какой Virtus Pro? Как родители среагировали? Родители, ну, больше позитивно, чем негативно. Все-таки они хотят, чтобы я учился, больше выделял времени в школе. Вот это заруба. Это заруба просто каких-то недавно. Слушай, я тебя сейчас могу выиграть. Нет! Все, камбэк. Давай. Ай, Демон. Хорошо это было. Ай-яй-яй. Еще три раунда, и допы. И на допах вытащу. Нет. Ай-яй. Так, первое за мной. И последний. Демон, зря ты это сказал. А на кого? Let's go. Вторая карта. А, Демон. Это школа на Тинаке. Ой-ой-ой. Это школа Control. Ай-яй-яй. Ой, как... Я выхожу на тебя, даже не взяв оружие адекватно. Нормально, спасибо. Нет, дожим это. Так, пока что все очень хорошо идет. Я чувствую каждую пульку. А сейчас не почувствовал, да, ни одну. Опа, давай, кибербой, давай! Блин, я не буду кибербулить. Плохо закончится. Да какой юз! Кибербулю, добрый день, кибербулю. Все, камбэк. Демон, самый уникальный вопрос. Как вы придумали ник? Все просто. Меня назвали Демоном, я поменял букву, и так получился Демон. Нет! Ой, школа на Тинеке.
Ой-ой-ой, ну я ж попал же в голову, да, чё ты не умер? Да-да-да-да-да. А тут тебя тоже хорошо было видно. Смотри, зеркальная ситуация, 3 раунда. Ты 2 раунда. Уже 2. Уже 0 раундов. Отлично, давай 3 тогда. Так, неужели в Аймике демон возьмет 1 балл? Ну что, полетела 3-я карта. Сейчас надо уничтожить демона, чтобы было бы комфортнее играть дальше. Уже сотри его мульти. Смотри, какие мы ванта поставим. Уф. Демон, злой, злой демон. Ой-ой-ой. Легендарная битва. Блин. Ну нет. Повезло, повезло. Черт, я типа. О, спрей. Как думаешь, для чего вообще Академия создана? Для продвижения в потом, для будущего. Не, ну шок. Бро, залетает, не, ну... правда. Не. Но я просто почувствовал свою игру, бро. Все, это ГБЛ. Не, все вот эти иглы в России. Коронная. И похоронная. Ай-яй-яй. ГГ. Идем сейчас на Аймботс. Небольшая рекламная интеграция на сайте GGDrop. И тут вышло обновление «Весенний скинопад». За депозиты вы можете получать подарки. У меня есть возможность получить уже сейчас 3 подарка, так как у меня пополнение на 850 рублей. Первые 3 приза за депозит 150 рублей, остальные за каждый депозит 1000. То есть вы можете постоянно это делать, и это будет работать. Я нажимаю «Забрать», и в итоге я получаю 1500 рублей. Я нажимаю «Продать все», и у меня на балансе 3600. Ну а также вышло обновление по дизайну. К примеру, открытие тайного, тут новый дизайн ячеек. Ну а также мне рассказали про функцию «Двойной шанс». Во-первых, новая прокрутка, это стоит отметить. Так, анимация будет изменена? Да, анимация тоже новая. Можно попродать, добавить контракт или попробовать еще. Так. О, «Двойной шанс». И прокручивается еще раз. И мне падает хамелеон. Я захожу в барабан и кручу барабан еще раз. Мне падает рандомно кислый пополнение 200 рублей. Я ввожу промокод ЭРИКПЕРИК и кручу барабан еще раз. 35% к депозиту. Это был сайт GGDrop. Я оставлю ссылку в описании. Я думаю, стоит оценить обновление. Следующее испытание после АИМки — это АИМБОТС. Что мы делаем? Мы сейчас закрываем все позиции, кроме вот этой. А здесь оставляем, получается, 5 полосочек. Полосочек, спасибо большое. Так, сейчас я убираю полностью броню и беру М-ку. Именно S-ку. Я должен брать? Да, бери S-ку. И сейчас остается просто запустить челлендж. Встаешь в любой позиции и делаешь киллы. Кто быстрее убьет 100 ботов, тот и выигрывает. Но... Так, сейчас у него показатель 140 кпм, это очень много, вот правда. Сейчас с такими показателями можно сделать около 44 секунд. Пока что выглядит на 48 секунд. Осталось 10 киллов и 5. Ай-яй-яй, 50 секунд. Давай, черт ты. Теперь твоя очередь. Сейчас моя очередь, я беру М-ку и, получается, нажимаю новый челлендж. Так, сесть или стоять? Окей, буду стоять. Да блин! Сколько у меня? 50, 172! Чего? Это такой анлаки. Разница 3 миллисекунды. Ну, может, на бэкхопе и на серфе. Да, на бэкхопе. Парень не сдается. Окей, идем дальше. И называй любое число до 58. 7. Карта бэкхоп Addict CSGO Fix. Окей, все. Мы эту карту оба не проходили. Сейчас кто быстрее пройдет? Неважно, какое время. Главное, кто быстрее пройдет до финиша. Мы оба не знаем эту карту. Это самое главное. Готов? Да, так точно. Ты начал уже, да? Да. Окей, ну все, давай играем. Так, я уже на втором стоишь. Я тоже. Ты что?
Ну ладно, первое не пройти, это, конечно, было бы гениально. Так. А я не понял. Нет! Да. Ох. Господи. А, все, я на третьем. Ты четвертый? Да. Я не понимаю, что тут за четвертый. Я на пятом. Фух, так, и куда дальше? Лестница. Уже на шестом. О, господи, как пятый сложно, да? Нормально, я его прошел. Не-не, пятый был сложный, бро. Нет! Повезло. Седьмой. Ой, тут восьмой. Тяжелый. Ты седьмой или восьмой? Девятый. Господи. А, чё? Какая-то головоломка, а не. Фак. Восьмой, там, конечно, гениальность должна быть. Хоть тут расправимся. Я прошел! А нет, не прошел! Слава богу! Черт! Ты посмотри, какой десятый стейдж! Ты прошел? Да! Хорош, за 7 минут. Какой ты место занял? 302. Так, ну, ребята, по бухопу он выигрывает, и получается счет у нас 2-1. А! 2-1. Все, я на 10. Так, и здесь, ты говоришь, сложно будет. Ты рофлишь! Не, это неадекватно. Нет, чувак. Как ты это прошел? Это очень сложно выглядит. Но ты прыгаешь по каким-то невидимым да, блокам. Да, 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 хоть не по этим пикселям. Так, мне 11 минут понадобилось, 531 место. Ну, на бухопе, на новой совершенно карте, демон быстрее адаптировался и смог пройти ее. Поэтому сейчас счет у нас 2-1, идем на сюрф. Назови любое число до 12. Давай число 9. 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Реутх. А все, все, где ты? Готов? Да. 1, 2, 3. Погнали. Здесь, по сути, сейчас выиграет тот, кто ни один раз не упадет. Ты ее не проходил, да? Не. Блин, а я проходил. Тут, конечно, чит. Ой-ой-ой, там... Я прошел! Прошел? Да! А кто на бухоп выиграл? Я! Так, серьезно? Так я на последнем. Да. Молодец, ты очень хорошо сделал сейчас. Так, ну получается еще 2-2? Да. И осталась карта. Фейсит. Фейсит. Ну все, идем. Ничего себе. Камбэк. Да, камбэк очень хорош. Последний челлендж, и сейчас кто набивает больше киллов, тот и побеждает этот выпуск. Любые киллы с любого оружия. Главное сделать больше. Мне уже два, пока ты говоришь. О, господи, такой позорный нет, килл. Идет. Патроны кончились. Фиолетовый, не позорься, бери Нави. Вот ты меня, блядь. Достанись. Пойдешь Нави, ставь. Пелос двое. Пожалуйста, парни. Я. Есть. За фрагом. Ой, там ХВХ реально. Там ХВХ парад. Да. О, нет. Чил реально подрубили. Ой, блядь. Подруб. Серьезно. Боже, какой же обосный матчмейкинг. Ух ты, на. Серьезно? 8 попаданий? Эрик. Да. Уже сразу пойдем в фейс. Ладно, давай.
Ладно, наливаем. Спасибо за игру, ребят. Мы ливаем. Сдавайтесь. Что, Маша, может? Что? Где это, Маша? Bro, can you kill him? No, bro, sorry, I'm fucking stupid shit, sorry. Nah, bro, no problem. No, bro, I want to quit the game. No, bro, it's fine. Okay, sync. Moment. No, Эрик! Да, я уничтожил его просто. No, man. Nice. I'm a smoke. Ай, хромбов. Кон. У меня игра заела. Отъелась? Игра заела. Bro, what are you doing? He's like... He fell. Ну это неадекватно. Ой, господи, такой бред. Какой кошмар. Что это такое? У меня здесь чел. Хорош, Эрик. Ван, ТНХП. ТНХП ласт. Окей. Why are you playing with a 10-year-old kid then? He's from Na'Vi. He's from Na'Vi, bro. No, he's not. Oh my god. Check Ашло CV. Oh! Ай-яй-яй. Все, на этом закончилась игра. Это просто позорнейшие катки. Первая была против читеров, вторая у нас против с дебилами. В итоге получился счет 12-12 в катке. И у нас ничья в итоге. Я думаю, на этом есть смысл закончить. У нас в итоге ничья, а я думаю позвать еще новых проигроков в эту рубрику. На что способен тот или иной профессиональный игрок. Я думаю, это будет интересно, поэтому ожидайте. Думаю, что это попадет в нашу постоянную рубрику. С вами был я, Эрик Шоков и Демон. Ссылку на его паблик ВКонтакте я оставлю в описании. На его Twitch не оставлю, потому что он в бане. Не знаю, когда он разбанится, но все есть в описании. А я вам советую посмотреть мои другие ролики с участием профессиональных игроков. Все у вас на экране. Тыкайте и приходите. Пока.